Пожарные Якутской ТЭЦ. С такой легендой сегодня прошли пожарно-тактические учения. Эвакуация персонала, поиски, ликвидация огня и воспламенение нефтепродуктов. Все это в материале Виталия Абрамова. Внимание всему оперативному персоналу. Возгорание масла возле турбогенератора номер 1, отметка 0. С такой вводной началась сегодняшняя тренировка. С объекта начинается незамедлительная эвакуация персонала. На поиски и подавление огня направляются добровольные пожарные формирования предприятия. Тем временем прибывают первые пожарные расчеты. Бойцы газодымозащитной службы поступают к очагу возгорания с трех направлений. Параллельно поступает информация о розливе нефтепродуктов с последующим возгоранием. Для того, чтобы это ликвидировать, пожарные начинают пенную атаку. Подобные учения необходимы регулярно проводить. Вообще мы проводим тренировки ежеквартально с оперативным персоналом. И два раза в год проводим тренировки с привлечением в МЧС. За работу своих коллег внимательно наблюдают и изучают тактику тушения начальники пожарных гарнизонов со всей республики. В эти дни в Якутске идут учебно-методические сборы всей якутской подсистемы РСЧС. Буквально за полчаса объявляется полная ликвидация пожара. Силы и средства якутского гарнизона справились с поставленной задачей. Площадь разлива составила более 450 метров квадратных. Личный состав и персонал станции не пострадали, были своевременно эвакуированы. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.